Но имей в виду, ты ему не дашь. Поэтому учимся говорить «нет». Какой у вас потрясающий генофонд. Конечно, я помню про помолвку. Ты женишься? А? Да. Сволочь. Эй, папарацци! Я? Слушай, есть серьезный компромат на жениха. Мы знакомы. А вот сейчас я познакомлюсь. Это тебе за меня и за всех обиженных женщин. Его босс Власов номер 13 в рейтинге самых богатых людей России. Я найду этого Власова, влюблю его в себя, разрушу брак этого Альфонса и верну нам работу. А ты не пыталась когда-нибудь писать фантастику? Что ты слушаешь эту долбанную фею? А, Михаил Петрович, план следующий. Окунуться с головой и поймать. Дай мне свою руку и больше ничего не трогай. Сказочно богатого. Я все брошу к ногам богини. Безгранично умного. Это точно Власов. Сильного. Это не он. Обаятельного. Вот так щечки можете делать? Мы экстремалы. Сексуальные. Такого хотят все. Да, Александр Власов. А я вот смотрел, как ты Сашку клеила. И мне так обидно стало. Мне больше нравится кто-нибудь типа тебя. Только умнее и посимпатичнее. И когда волосы у мужчин кудрявые, тоже люблю. Так, а ну-ка грабли убери. Но не каждый окажется на крючке. А знаешь, Власов? Власов, ты мне не нужен. В кино с 3 февраля. Это не он.